Так, где он? Он вот здесь. Я его там пока... Можешь выйти, давай, он на улице. Скинь мне метку, я гранату сброшу. А, не, он за стенкой, в туалете там. Окей, где туалет? Короче, о, идет сюда. Давай, вот здесь. Кидай, короче, в меня сюда. А, блин. А, меня положит сейчас. Один шот. А мне-то не достанется. Блин, я пошел лечиться, короче. Давай, короче. Опа! Блин, давай, блин, мчим. Заряжаю пушку. Еее, добили красава, его. Красава. Командная рота. Там еще кто-то спускается. Ой, там еще идет. Пошли, прячемся. Я его чисто глоком завалю. Так, я заряжаюсь и лечусь. У меня адреналин полный. О, я его взорвал. Ты его взорвал? Да, лол. Капец. Так, я пойду спас, наверное, возьму. Там, по-моему, кто-то еще. Блин, застрял в двери. Дверь не взорвалась, короче, если оказывается. Кто-то еще, если что, я специально глоки взял. Ой, я. Штуки. Опа, пошли. Так. Ой, граната давай, его. Лечимся. Лечимся здесь. Так, на таблетки тебе скину. Идет. Блин, у меня мало хп. Ой. Так, я его жду. Он не видит меня все. Он там внизу. Да, вижу. Сейчас заряжу пушку. Так, нормально. Уди. А мне не достанется твоя игра. Тебя не достается. Там еще один. Раз. Не достается. Только союзник. Себе, да, достается. Да. Там их двое теперь. Блин. Они друг с другом воюют еще. Давай, бежим. Все, они ушли. Второго уровня этот. Тихо. Сундук. Завалили. Так, я М-ку возьму. Всем привет, с вами, как всегда, Намбат. И Ломач. Да, сегодня мы играем в Surviv.io. Да, сегодня я побуду комментатором. А Ломач будет вести вам этот ролик. Кстати, у тебя молот, иди сломай вот эту штучку. Да-да. А, он убежал куда-то. Оу май! Ух ты, да ладно. О, ПКП я люблю. Там просто чувак, еще один. Чинек вообще мощный. Вон, вышел. Я его ушатал. Он там зашел. А, вот еще один. Опа. Блин, у меня перезарядка. Давай, лечись, раз. Иди сюда пока. Иди, лечись. Прячься, я прикрываю. Иди ко мне сюда, за меня. У тебя аптечка есть? Да, все есть. Кидаю, вот. Иди ко мне. Давай. Лечись, я пока прикрываю. Они там в подвале лечатся по-любому. Я вообще никогда так по скайпу нормально, с нормальным чуваком не играл. Братан. Зажимают. Ага. Аккуратно, тут эта хрень. Угу. Сейчас у меня перезарядка. Патроны кончаются. Сзади мелкий заходит. Он пока в доме там шарахается. Блин, у меня синих патронов нет. У меня есть. Давай. Забирай. Блин, бочка, аккуратно. Давай, чисто туда шмаляй. Опа. Есть. Там пацаны. Все. По-моему. Ты их убил? Да. Все, они тут легли. Так, у меня синих еще чуть-чуть есть. Там танк. Ну, танк вообще не угроза нам. Ну да, он. Вот этот мелкий, вот опасный. Вот это да. Все, расфигачили. Один остался. Давай я это. Ну, нормально, мы всех быстро раскидаем. Сейчас нужно найти хорошую пушку. О, 8x. Все, победа, можно сказать, обеспечена. О, вот эту фигню беру. Да, точняк. Я вообще сейчас чисто я... Ты был тупо танком, а я этот как... Да, и мне как нравится саппорт. Штурмовик тем, что он... У него урон хотя бы увеличенный, и танки против штурмовика вообще ничего. Вон он стоит там. Ничего. Нет, суть в том, то, что... Я хочу сказать то, что... А, я тебя прикрывал, типа? Да. А, я все. Чисто с саппортом был. Так, в домик. А, не, вот, давай, в тюрьму. Давай за мной. О, подвал. Тут калашей, наверное, миллион. Давай. Да. Тут 4 калаша можно взять. Так, раз, это два. Это подвал или прям бункер? Ну, бункер, наверное, да, скорее. Ага, нет, это подвал. Бункер это там, где большой, еще там ну есть да. Этот. Бери второй калаш, если сможешь. Или у тебя уже два? Не, у меня М-ка. А, я пошли все. В этот. Иду. Там с кармашки. Давай, обходим с разных сторон. Ты там заходи. Еще вроде никто не лутает. О, там еще никто не залутал, там калаш на побережье лежит. О, 4x взял. Так, тут патроны на М-ку я пока возьму. Рюкзак взял. Опа, враг. Я вижу. Я его загасил. Блин, давай. Так, еще М-ка. Что там у него? Какой уровень рюкзак? Второй? Да.
Мне бы полечиться чем-нибудь найти. Блин, тут куча эмок. Бери калашей. У меня эмка и калаш теперь. А, эмка и калаш, у меня тоже эмка и калаш. Так, мне теперь надо подлечиться бы найти что-нибудь. Так, на, держи аптеку. У меня пол хп. Хотя ладно, бинты держи. Да, бинты лучше. Аптека тебе не нужна. Да-да-да. Так, я вышел на улицу. Кстати, значит, погнали вот за мной. Сейчас я карту посмотрю, куда пойти. Там направо, вот тут вот лежит калаш где-то внизу на пляже, еще один. С патронами. Я пойду патроны заберу с калаша. Забери, а ты вот этот ящик можешь залутать, там обычно бывает что-то хорошее. Я понял. Ну тут пацан какой-то, пацаны два пришли. Иду. Пацана пришли. Где они внутри? Они как бы сейчас, они Вижу, обходят. Давай свалим. Да, можно было их заражить, наверное. Выходит. Не, давай. Я его поранил. Ну можно уйти, А, идут за мной. Погнали, короче, сейчас окружаем их. Выходит, заходит в смысле. Сейчас давай, я сюда отвлекаю. Иди, сейчас он здесь. С той стороны. Но я с ним воюю пока. Они оба здесь. Беги. Да. Беги. Нормально, я отстрелялся. Они там, оба. У тебя хп еще много. Сейчас давай. Заряжусь. Еще один идет сверху. Еще один сверху. Ё-моё. Короче, тут единственный нормальный. Я его убил. Все, третий шлем беру, убегаем. Я убил еще одного, уходим. Забирай, лутай и уходи. Ты что, враг? Да ё-моё. Ты что, враг? Мочи его. Забирай 4x. Я его не увидел. Я четверых вальнул, уходим. Ты чё, враг? А, кек. Тебе бинты надо? А, нет, не надо. Тебя даже не поранили, блин. Адреналин. Ой, у меня просто профессиональный уровень. Просто запрятался куда-то, пока я всех раскидывал. Нет, просто я обычно, когда месиво происходит, ныкаюсь куда-нибудь, оттуда шмаляю. Ну или хилюсь. Давай сюда, тут дом не золотой. Тут Мосинка. Я одного вальнул. Опа, калаш. Так. Давай сюда, тут есть еще ФАМАС. И ФАМАС тут еще. А мне не надо, у меня Мосинка и обрез. Так. Там враги. Заходят к нам. Так. Блин, гаденыш. Гранату готовят. Ай-яй-яй. Так, нифига себе. Иди сюда. Блин, не попал. Надя же в соду. Я не успеваю ее принять даже. Блин, не зарядил. Где этот модозван? Он где-то вот там вот был. Примерно. Так, давай посидим пока. Ты чего не хилишься? Я хилюсь. Так я адреналином закинул. У тебя адреналин, я увидел. Блин, я его не вижу, у меня 1x. Смотри, куда. Да, вижу, где-то там. Отгад. Опа. Но у меня два раза попал. Попал. У меня у самого только 2x, если что. Так, я ухожу. Патронов нет. Есть красненькие? Пушки, говоришь, Мосинка. Мосинка и обрез, но обрез без патронов уже. Сейчас, тихо, вот этого пацана гасим. На. Подбирай, у него 4x, он тупо меня не видел. А где? А, вот видишь. У тебя Мосинка, подбирай 4x. Ага, так, патронов немножко возьму. О, вот там чуваки. Воюют. Принимаю на выходе. Калашников, кстати. Так. Блин, не попал. Окружим, давай. Блин, там в гилике один этот, в невидимость. Окружаем. Там их четверо, я не могу их окружить. Где? А-а-а! Вот там. Там пацан с этим, с невидимым. Да. У меня даже броника нет. Что, ты их видишь? Нет, меня один пацан с этот, со свежки, походу. Опа, там тебе пацан идет этот. Да, я его вижу. Давай, блин, не попал. Гасим их. Блин. Я нокаутировал его, походу, который невидимый. Да ё-моё. Сейчас надо забрать его скин. О, да, шикарно вообще. Еще золотой, если. Нет. Стой, давай посмотрим сначала. О, шикардос. Давай этот. Взял, забрал. Давай этот. Тут лут. 8x. О, 8x, давай. Забирай. Мне как раз Мосинка. На, таблетки содовые. Можно, короче, знаешь, что этот... Содовые таблетки. Ой, сверху. Ну, содовые и таблетки. Ой, я в него попал. Я отвлекаю на себя. Блин, хп. Нагад. Он там плачет. Убили. Я его загасил. А все, мы выиграли. Топ-1. Я тупо, знаешь, я вслепую стрелял. Ну, бывает такое, да. Я там примерно рассчитал, короче, как куда он попадет. И тупо сшмальнул. Это я ведь его загасил? Да. Так, ну что, поехали. О, нормально появились. А ты где? Нормально, говорю, появились, я один. Ну, блин, давай.
Ай. А, у тебя еще грузится. Сейчас ты, короче, в подвале прямо возле меня появишься. Да, твою дивизию. Че, нет у тебя до сих пор? Опа, тут кто-то есть. Угу. Алло. Алло. Давай тогда я, короче, к Wi-Fi подключусь, а то у меня что-то... Давай, попробуй. Ну вот, нормально. Давай, попробуем, давай, заходи. А я играю, я же начал катку и... А, ты начал, да? Ладно, я тогда сейчас приду песку. А, я всех раскидал. Ты в игре еще? Да, я... А, голос. Мне осталось только одно задание выполнить, чтобы получить этот панцирь. Алло. Да. Я тут, у меня тут... Фу. Я килл-лидер. А, фак. Я думал, у меня интернет опять лёг. У меня хп нет, у меня нет хп. Блин, и патроны надо зарядить. Так, нахрен. 7 киллов. Где он? Гранату. Да ни хрена, вы чё вчетвером на меня? Ты чё, битбоксер? Нет, на самом деле, я просто так хотел развлечь публику. Блин. Чё, как там, меня слышно, нет? Да, тебя слышно. Окей, просто ты не говоришь, и я думаю, мне опять лёг интернет. Так у меня напряженная катка, я тут один против всех. 9 киллов. Двое 10 киллов уже. А сейчас вы слышите радио Битбокс России. Этот. Какие-то там пердежи звуки, да. Не-не-не, вот это обычно в монтаж вставляют всякие западные ютуберы. Очень популярные западные ютуберы обычно такое в монтаж вставляют. Ой. Надо хильнуться. Так, он по складу побежал, надо его принимать здесь. 12 убийств. Fortnite играешь? А, раньше играл, не понравилось, больше не играю, удалил к херам. Да, почему? Не понравилось? Да, ну да, строить что-то как-то. А прикинь, на Epic Games PUBG. Чего? Ну, на Epic Games будет PlayerUnknown's Battlegrounds. А, в этом, в Epic Games Store? Да. А, идут на меня, на ооо, Сайга, да? Их двое. Капец, ты там долго играешь. Так я 12 киллов, я килл-лидер на первом месте. Нифига. Еще два врага, три врага осталось. Я недавно перестал было играть, потому что, ну, за компом перестал сидеть. Когда я с комп собрал, на меня тупо не включился было. Блин, убили, как обидно. О, сразу загрузился. У тебя, походу, сейчас интернет намного лучше. Да? Ну вон ты стоишь уже, я тебя вижу. Да. А до этого я появлялся, знаешь... а ты еще не появлялся. Опа, тут враги. Так, интернет у меня хороший на сетевом. Но он у меня бывает резко так. У меня потому что провод хреновый. А. Так, есть что в подвале? Да. Ага. Лутай. Только я уже залутал. Ну лутай. Патроны, там синие, гость. Дробаш был и все. У нас гости. А он стоит? Серьезно, ты стоишь? Лежать? Я? Не, враг. Да, враг лежит теперь. Ты чё, враг? Это, наверное, мемом будет. Локальным. К сожалению. Так, чё там, что-то нашел? Заинтриговал тебя? Там всего лишь ШП-5. Ну, хотя бы, то есть дробовиком хожу, как бомжара. Дробовиком, как бомжара. Ну, это поймут только те, которые играли в Королевскую битву. Ну да, чё? Чё я с дробовиком-то сделаю здесь?
на открытое место. Ну, раньше только в Fortnite застроился и когда-то. Ну, да-да-да. В Fortnite там слишком резко все. Да. Еще строится когда, тоже резко. Но сам Fortnite сам по себе интересный. Если бы не было там строительства, ну, да, был бы чуть-чуть более таким, не то чтобы реалистичным, а более медленным, ну, вот как, в PUBG. Ага. Вот. Я в PUBG Mobile только играл. А я вообще не играл. Твою мать, меня загасили. О, как так? Иду-иду. Давай, короче, пока этого гаси, я пока посижу. Поднимаю, поднимаю. Я давай его положил. Там 4 икса, кстати, лежит. Пошли, я, пошли, наверное, возьму, а ты хилься, тебе аптечку скину пока. По нам давай лупят. Сейчас я возьму 4 икса. А, вон, вижу их. Блин, их калаш. Давай, гаси, 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 гаси. Я отвлекаю. Ай, блин, один. Я убил! Я взорвал кого-то. Сзади, а, сзади, сзади, сзади. Ты тварь, я за деревом буду. А, красава. Ес, давай. Так, тебя. Давай отползем. Еще, еще ведь хотя он тебя нет, мог загасить. 10, 10 секунд. Давай просто здесь. Давай, 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 я давай, сейчас бинты, ну, подберу. Ладно, все равно сейчас уже. 2 икс возьми, да, если давай надо. Да, да нет, не надо, оказывается. Ой, так, ой, мне рюкзак. Ой, а, рюкзака никакого. Блин, надо хилиться. Справа двое. Я видел. Граната летит. У кого-то 4 икс, походу. У меня. Нет, у... Я хотел сказать, у них граната просто очень быстро летела, а когда граната быстро летит, это, ну, значит, да, 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 в большом иксе далеко бросает. Ой, реально смешно. Чё у тебя за микрофон, кстати? Чё, качественный? Ну да, нормально. Стимула брат заказывал было за, ну короче, около двух. Где-то так, до 2000, короче. И потом он, короче, перестал им пользоваться. Он типа рэпер. А вот BM800, что ли? О, ну как бы он очень похож. А, ну типа это, он клон БМа, да? Ну, возможно, даже лучше, потому вау что... Охренеть! Я у брата спрашивал, он говорил, что это не БМ. А. Вот дизайн тот же самый. Ну, короче, да, есть же BM800 настоящий, а есть поддельные эти китайские. Настоящий BM800 называется же там ИСК BM800. У меня написано Ялев. А. На yeah, 8x у него был. Блин, так, я не дожил. Ямаха. Ну то есть YK. А, нет. Так, надо хилиться, надо хилиться. Я хочу. Уже когда вдвоем с кем-то играешь, ты вздыхаешь и хочешь, и такое про себя говоришь: дохни, чтобы продолжить играть. А я почему-то, когда тебя убьют, постоянно один начинаю тащить просто жестко до конца. Да. Ты потому что чисто из-за меня паришься. Ну, прикол в том, что ты. Как тебе сказать? Ты обо мне заботишься, ну, в прямом смысле, а и поэтому сам, типа, начинаешь. А когда ты один, типа, ты только о себе думаешь и знаешь, что тебе надо. Не думаешь о другом. Ну да. Типа, кому-то удобнее в теме, меня окружили вдвоем. Удобнее так одному. Но когда ты в теме, тебе намного лучше, потому что, ну, кто-то может тебя спасти, кто-то может тебе помочь. Нужно, знаешь, отрабатывать это в теме работу, тогда ты будешь намного лучше играть, чем просто. Я патронов нет. Тебе понимать, что друг другу надо. Вот, например, смотришь на хп и видишь то, что у человека мало хп, и скидываешь просто бинт, он сам подбирает, даже без слов. Ну да, да, да. А, блин, меня убили. Я тебя заслушался, а тут забыл, что тут враг под деревом сидит, подошел к нему. А, это плохо, надо поменьше за компом. Эй, куда? Куда? Суть в том, что... А, чё там? Я тебе скинул содовую. А. Опа-опа. Я в него один раз попал, все. Это типа то, что я тебе говорил. Сверху. Да? Ушел куда-то. Просто да-да-да, я говорю, ты скидываешь, подбираешь. Да-да, я просто не почувствовал это. И мы слишком далеко друг от друга были. Тут, походу, золотых нет. О, враги. А, это ты. Ты чё, враг? Опа. Это было типа... типа, ты чё, офигел, враг, да? Да-да-да-да, ты чё, враг? Там кто-то был. Да, вон он. Я 4x. Я пошмалял немного. Опа, тут пацан с обрезом. Иду. Давай, гаси его, гаси. Да я его не загасю, у него, блин, катана и обрез. Пи-пи. Блин, я ему еще скара дал. Я хотел тебе отдать, чтобы ты зашел и взял. Я заберу сам. Красав. Блин, ну почему я такой глуа? Я не знаю, мы только с тобой разделились, ты сразу какие-то неприятности находишь, блин. Только я отошел в сторону. А тут что, не лутали? А, нет, подожди, он же катану, наверное, и залутал. Короче, давай тупо вместе ходить. Просто вместе. Да, давай. Так мы вроде вместе шли, я просто сверху обходил вот эту вот цистерну, вот эту вот. Вот здесь вот. Смотри, тактика.
Тактика галактика. Просто ходим вместе. И... знаешь как? И потом еще такой заглушенный звук взрыва. Тут можно, кстати, гранату бросить. А у меня их нет. О, да, сейчас, короче, они зайдут, и можно будет, знаешь, как сделать? И тупо взорвать эту хрень. Если да я жить хочу. Мало хп будет. Я подожду, пока отхилюсь. Охренеть, вот это ты мощный. Осторожно. Да я же... Короче, тактика, мы тупо вместе ходим. Я специализируюсь на этот, у которых отдача большая, маг там, например. Два глока, потом эмочка, ну и на снопах. А ты на калашах, я еще на грозе, и на дробашах, понимаешь? Чтобы мы не забирали друг у друга оружие. Так, еще раз, ты с какими оружиями? Ну, раздача у которых огромная. А дробаши кому? Например, маг. Нет, дробаши, они, знаешь, там нужно точный удар делать. Вот. Не, ну я, например, люблю обрез. Да, ты там, например, обрез, еще что-то. А я вот маг, дабл глок, например, этот, грозу, грозу С, скорострел, короче, и у которых вот раздача большая. Вот гроза, например. Ну вот грозу я такую брать не буду. Да. Только если грозу С. Мне обычно нравится. А ты, короче, на чем ты тебе больше? Ну, калаш, М, да, там. Более дальнобойный. Блин, не получилось. Дальнобойный. А как он не умер-то до сих пор? Держи, гад. Я сказал, я тебя убью. Я тебя убью. Ну, у тебя какая... Ладно, сейчас самый лучший момент. А, вау, застрял. Опа. Блин, точняк, можно же еще это сделать. Только это долго не умирай, ладно, сейчас я одну фигню буду делать. Записывать? Нет, нет, не записывать, а кое-что. Разрешение экрана понижу. Зачем? Ну, чтобы меньше лагало. А, ха-ха. Кто килл-лидер? Хакер, хакер. А, враг слева. У тебя есть GTA 5? Нет. У меня есть, я в конкурсе выиграл. А, нифига. Участвовало 8 человек. 8? Да, я ключ выиграл. А-а-а. Не аккаунт, а ключ, потому что ключ, ты сам знаешь, что такое ключ. Там слева был снизу, слева, просто слева. Ты вообще западных ютуберов по Survival смотришь? Не. Я раньше смотрел чисто, по фан. Вон там слева были чуваки, слева сверху. Да где? Слева сверху? Нету тут никого? Да, ты туда смотрел только что. Они, наверное, уже свалили. Да там никого не было. Там был, я видел пацан. Я его просто не заметил. Ну ладно, неважно. Их двое, да. Так нет, их двое, вот они, раз, два, вот здесь. Перезаряди, может быть, у тебя пушка не перезаряжена. Заряжен. Я про... дробаш. Заряжен. Окей. Ну я на всякий случай. Потому что я иногда вот сидел, один играл, я тупо умирал, бывал, о, Сайга. Или это Юсас? Сайга. А, окей. Я с братом сидел, просто один играл, я сдыхал. А с братом сидел, мне говорю, у тебя там хп мало, еще что-то давай, перезаряди. И благодаря этому, этим советам, он еще мне говорил, где кто находится, и поэтому я, больше шансов было. Так, где этот засранец-то? Сверху где-то. Так, блин, не зарядил. О, я на это место. Да, я уже со Скаром поиграю. Грозу я слушаю взять за место дробаша. Гад, а? Граната. Надо было с двух сторон его гранату кинуть. С двух сторон, со стороны. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас граната. А, двое. Да так нечестно, они вдвоем на меня. Я, кстати, сетевой интернет подключил. Потому что на Wi-Fi зависал, я думал, это из-за Wi-Fi. Я сразу 4x нашел. Давай 4. Не дам. Ну давай, на руках. То ты без оружия. Что у него скин не выпал? А, кстати, да. Это такой скин, который есть. Ну, он, короче, не выдается. Ну-ну-ну. Это тебе не квест, там, где скин. Давай, маг. А, да, ты же собираешь такое барахло. Барахло. Ой, я за топором пошел. У меня патронов нет, какой топор будет. Там второй рюкзак, кстати, был. Враг. Двое врагов. 4x. Ай-яй-яй. Ай, меня убили. Я пытался им 4x не дать, но тут без шансов. Я без оружия был, без патронов практически. Хотя бы его загашу, чтобы отомстить. Я обычно так и делал. Потому что хотя бы что-то, какой-то вред нанести. Ну да. Убил! О! Охренеть! 4x. Братан, 4x, все, смотри, как я всех буду гасить. Давай. 5, полминуты спустя. Да блин, опять загасили. Ой-ой-ой. Лечись. Ты мне только напоминай, ладно, про всякое вот это вот. Лечиться, перезарядиться. Да, меняй дробовик и топор бери. Ой-ой.
где-то по. Сверху, слева. Да вот же он слева там лежит. Вот, вот. Прошел мимо. А, всё, уфизил. Да, ё-моё. Хопа. Так, значит. Говори, если что, где враги будут. 6 килл, да? А у меня сколько? У меня 3. Да ладно, 3. А. Так, я хочу стать килл-лидером. Слева воюет. Кстати, вот, сейчас килл-лидер отмечается на карте или нет? Нет, конечно. Это был режим только такой. Да, я понял, я просто спросил. Найди мне этого чмошника, который с этим скином. А где я тебя возьму? Я вижу тоже, ну, что ищи, и ты. Ищи, ищи. Где? Снизу, снизу. Вот. Вижу, вижу. Сейчас я его, возможно, загасну. Со спаса попробуй. А хотя ладно. О. Что он какой-то вообще хреново уворачивающийся. Согласен. Возле здания. О. Ну, скин-то я видел. Ты не думал, что я настолько слепой? Да я не думал. Подлечись. Выбеги из зоны и подлечись. Пофиг, две аптечки. Потом по-любому мне аптечка нужна будет. Вот содовую возьми. Там МК, катана. Опа, в доме кто-то в доме. Вышел. Гранату. Точняк, спасибо, что напомнил. Ну, сейчас услышал наверняка. Он это слышал. Зато кидай. Отлично. А, я еще передержал, и поэтому так бы она дальше улетела. Ага. Катану забери. Содовую катану. О, да ладно. Гранаты. Эти. Фугасные. Шрапнель. О, вот чувак. Сыкине. У него, походу, нету 4. Лечись, лечись. Пулемет в дерево направь. Или катану спиной, короче, к дереву встань. Блин, я забыл настроить управление, чтобы можно было лечиться без, ну, чисто кнопками. А? Блин. Палево. У тебя флэйр-ган, в смысле флэйр. Во-во, враг внутри, в стёклах. Тихо-тихо-тихо. У него снайперка, по-моему. Или у другого. Да, у обоих Мосинка. Есть, обоих, по-моему, положил. Обоих положил, обоих. А, или второго, просто кто-то другой. Сзади, сзади. Угу. Заряжайся, он тебя не трогает. А, уже трогает. Заряжай пулемет. Третья броня там в центре. Все, уходи. За аирдроп прячься. Не открывай. Ладно. А, хотя да, у тебя блин. Челлендж был. Ну ладно. Сейчас он еще гранату не увидел. Давай сдохни. А что-то зависло все. Ага. Ха. У тебя тоже? Да. О, тут вектор чисто из обычной хрени выпал. А, нифига. Меня... Из вот этого вот. Ну, короче, у меня 120 ящика, патронов есть. Не из ящика, а из сейфа. А! Враг. Вот из ячейки такой. Вот внизу, такой внизу ячейки. Враг. Вот здесь. Угу. Давай, погнали, у меня Мосинка. Так, давай сюда. Ты вышел на улицу? А, вот он. Блин! Нет, я здесь. Давай, заходи, у меня Мосинка. Он там. Лучше бы дверь открылась, если честно. А он откроет сам. Я сейчас умру, я сейчас умру. Валим. У меня вектор, так что можно просто здесь посидеть. Взрыв! Есть! Они умерли. Загасил обоих? Не знаю, одного точно. Умерли оба. Ты второго положил, по-моему. Да, все. А, да-да-да. Все, у меня 8x. Я уж... А, это ты. Блин, да как так? Откуда ты вышел? Я вышел из дыма. А кто я со мной в парилке сейчас только что был? Призраки, что ли? Это был дым. О, патроны. Так, давай. Сайга. Убил, убил. Стой, сайга. Давай я сайгу возьму. Ну, забирай. О, у меня 4х теперь. Да твою... Бери эту враг. Катану. Там катана, да? Угу. Нет, мою катану я бы взял крюк. Или тебе крюк больше нравится? Да, мне все равно, я с кастетом похожу. Ну, сейчас крюк возьму. Вон красный лежит. На таблетку. Давай. Так, до аирдропа там мы дойдем сегодня, нет? Где-то там... Опа, враг с обрезом. Так. А, вот это перестрелка. Давай, сейчас его с той стороны. Давай, обходи. Мы тут пока стреляемся с ним. Он убегает, убегает. Вниз вот сюда. Во, он тут. Я убил. Все, 4х у него был. Так, вот тут же было, да? Да, ой, М-ку возьму. Снизу! Опа! Так, понятно, две тима. Говно. Блин! Я за этот бункер заползаю. Ну, правда, нас это не спасет. Чё-то они нас бросили вообще. А, давай, 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 давай. Я подлечусь, пристреляй, стреляй!
тебя же Сайга. Мочи их вблизи. У меня лоха почти. Блин. Так, заряжаем ку. Давай, лечись, я их держу. Гранаты. Собака, иди сюда, собака, еее. Ты его загасил. Я его за катаной зарезал. Иди сюда. За катаной? Катаной зарезал. Блин, топором дал мне. Ты чё, враг? Он там. Давай, стреляй туда, кидай гранаты, он не выйдет, там зона. Всё. Умер. А, зона, у меня мало хп, я сейчас умру. У меня есть аптечка. Мне надо просто убежать в зону. Так, пали последнего. Вон, внизу. Нет, я должен выжить. Все, теперь ему конец. Ты дебил, ты что там делаешь? Кто? Даже я зашел, сорян. Просто ты вышел, у тебя лоу хп был. Так, он в домике, да? Да, он там. А, это иди. Все, отлично. Ты просто перекрыл мои выстрелы. Е-бой, как раз последняя катка. Все, топ-1. Круто поиграли. Да, ладно, ребята. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, Discord VK. Всем спасибо и всем пока. Да, всем пока.